Ще одні мобілізовані вояки. Цього року з Томська плачуться, що їх записали в штурмовики, а вони вже два тижні навіть автомат не тримали. Прикиньте, нам, от ми з 26-го числа тут знаходимося, нам офіцери врали на то, что мы тероборона. В итоге сейчас вышел подполковник, сказал, что первый раз это слышит. Оказывается, у нас просто стрелковое подразделение, штурмовики. Мы штурмовики, мы не тероборона. Она сейчас там об этом... Мы автоматы брали, еще даже не видели. Автоматы не держали. Автоматы не держали две недели. Вообще, сегодня пришли на полигон пометать гранаты. Сказали, гранат нету. Дали даже автобус назад. Мы пешком с полигона шли сюда. 10 километров. Назад. 10 километров. Оттуда пришли сюда. Как под моими офицерами, нахуй, блядь. Они продадут там же, на Украине.